И стремление к здоровью, к красоте волос, да, оно становится у нас уже модой. Да? То есть это уже это становится модным, иметь красивый, блестящий волос. Давайте мы посмотрим такой нюанс, как более, ну, правильно, скажем так, нам нанести краситель. Мы с вами имеем вот эту зону, она чуть-чуть у нас более светлая, да, по отношению, нежели к вот этому участку, правильно? Чуть-чуть у нас есть разница в темноте. Поэтому мы с вами начнем окрашивать волосы таким удивительным, немножечко хитреньким способом. Затронем вот эту зону, которая распадение, да? Почему? Потому что она у нас самая темненькая, видно, да, по отношению ко всему. И мы с вами обработаем первым участок, который образовался коричнево-рыжий. То есть, смотрите, мы затронем корень и здесь сделаем такой небольшой штрих, полностью без такой полной пропитки. Краситель приобретает такие очень пластичные свойства при добавлении плекса. Он сам по себе такой, я бы сказала, маслянистый, мягкая такая кремовая субстанция, питающая, очень приятная. Но плюс еще вот такой, скажем, плекс, он дает очень мягкую такую структуру, приятную. Так, все, мы проходим, затронули и... Теперь прокрашиваем самые темные волосы и чуть-чуть штрихуем наверх. Слегка заходим на ранее осветленные, правильно? Да. Чтобы не было границ. Да. Но мы не делаем полностью пропитку. Свои корни, кстати, 5. Но на самом деле, я бы сказала, даже еще темнее, чем пятерка. А вот смотрите, видите, вот пятерка, вот я 5.01, и она светлее даже. Я бы сказала, что вот, ну, можно так сказать, что здесь на затылочной зоне бывает очень часто разница в тон. Бывает просто корень. Я бы сказала, что здесь уже ближе к четверке, а верхняя зона ближе к пятерке. Да, то есть... Просто за счет того, что седина, она всегда как будто бы чуть-чуть подсвечивает. Да. Ну, даже видите, немножко. Вот именно, что ближе, стремление все-таки к четверке. Еще то, что касаясь вот усилителей мощности осветления. Скажу очень такое, если вы хотите при окрашивании получить наибольшую мощность, то вводите... Усилитель мощности осветления, при этом не рассчитывайте на него оксид. Тогда вы будете четко направлены на это введение. Оно будет у вас направлено на то, что вы будете получать большую мощность. Если вы будете рассчитывать на оксид, то естественно мощность не будет такая целенаправленная, я бы сказала.
теперь смотрите, вот у меня осталось красителя. Я сбрасываю с весов точно такую же миску по весу. У меня остается 56. Все, оксид у меня точно такой же. Я ничего не ввожу, я просто развожу один к одному. Тоже девятка. Да. Ту же самую смесь, просто добавляем. Тоже добавляем, только добавляем оксид. Давайте я сделаю хотя бы 1,5. Я не буду нарушать свои правила. 56 умножить на 1,5. Равно будет 84. Давайте вот 84 мы добавим. Почему добавляю всегда один к двум, но вот сегодня исключение, потому что пигментация, вы как бы количество пигмента вводите определенное. При переразведении вы уменьшаете его концентрацию. Смотрите, еще раз я прохожусь по корню, все то же самое, и пропитываю вот эти вот участки. Легкий штрих для зоны соединения. И смотрите, вот эта высота, да, вот этих штрихов, и она у вас должна быть разной, в зависимости от того, где у вас и сколько находится более коричневых, более желтых. Вот здесь у меня практически их нету, видите, то я здесь и не затрагиваю, а буквально только прокрашиваю еще раз, обновляю корешочек и чуть-чуть приподнимаюсь. Вот сейчас будет очень сильно заметно, как только я перейду на затылочную зону, то высота у меня очень сильно изменится. То же самое, мы теперь проходим корень и делаем штрихи по длине. Вот эти штрихи, такие предпропиточки или лучики какие-то, да, они нам создадут мягкость перехода. Корни должны быть как в сметаночке, чтобы продукт полностью обволакивал волосинку и отработал на полную мощность. Если берете достаточно толстую прядь, вот как в этом случае, как я сейчас, так скажем, взяла прядочку, переверните, прощупайте, пропитайте ее, а потом уже укладывайте. Либо старайтесь брать более тонкие, для того, чтобы была хорошая пропитка. Ну, кто-то пропитку по-разному понимает, кто-то говорит, количество продукта большое, может быть, да. Но я бы сказала, что этот пропитка, это когда количество вокруг достаточное для равномерного набухания волосинки и для равномерной реакции. Краситель еще раз вот переразводите, так как я, он становится еще более пластичным, еще более удобным. Женщина с двумя листами. Это та, которая разведенная, которая вот участок, я его по длине наношу. А эти просто я, когда я перекладываю, я закладываю корень. Ну, пропитывая, скажем так, еще потому раз. Что я приподнимаю. У меня по длине, вот он переразведенный, я крашу вот эту часть, вот этот вот самый участок, да. А когда я приподнимаю прядь, то есть у меня везде попадает, там, скажем, кислород, вот эту часть я прорабатываю, вот, так, как будто бы пропускаю и убираю оттуда кислород.
Обращаю ваше внимание на то, что я работала красителем в довольно стандартной технике в рамках презентации бренда Organic Pukea. Я разработала особую технику осветления красителем, используя которую возможно получение более светлого и чистого результата. Технология включает работу с коррекцией цвета для более холодных оттенков и использование дополнительных инструментов и техник для увеличения мощности осветления не только натуральных волос, но еще хочу подчеркнуть ранее окрашенных волос. Технология позволяет получать осветление до 6 тонов. Ссылку на видеозапись мастер-класса «Провержение закона краска краску не осветляет» я оставлю под видео.